Всем привет! Сегодня я вам расскажу, что такое Glovo и как там работать. Поэтому, если вам интересно, как можно заработать денег, имея всего лишь один велосипед, продолжайте смотреть это видео. Речь пойдет о работе в Glovo в Италии. Я сейчас нахожусь в Риме, я сама работала в Glovo. Что нужно для работы в Glovo? Первое. Смартфон. Второе. Велосипед. И третье. Итальянский документ, по которому вы, собственно говоря, устроитесь туда на работу. Вы просто регистрируетесь на сайте, вы можете это сделать сами, или по ссылке, которую я оставлю в описании. Вам приходит на почту ссылка, вы по ней переходите, там дальнейшие будут все инструкции. Вам нужно пройти онлайн-обучение, это буквально 15 минут, это просто пройти, почитать информацию и ответить на простые вопросы. После того, как все прошли, вам предложат прислать фотографии документов необходимых. Из документов нужен codice fiscale, документ, удостоверяющий личность, это может быть ваш паспорт, и permesso di soggiorno, вид на жительство. Он может быть студенческий, он может быть рабочий, он может быть какой угодно. Главное, чтобы он был. Если у вас нету вида на жительство, если у вас квитанция на руках, вы по ней тоже можете устроиться. Для работы вам понадобится банковский счет и его номер IBAN. Если у вас нет итальянских документов, вы можете теоретически зарегистрироваться на кого-то другого. Если у вас есть такой человек, который может зарегистрировать аккаунт на свое имя, и вы будете просто под ним работать. Когда будете регистрироваться, сразу указывайте номер телефона, с которым вы будете работать. Не телефон этого человека, потому что телефон привязан к аккаунту, и его в дальнейшем нельзя поменять. Номер телефона очень важен, потому что если вам нужно звонить клиенту, или если вам звонит ресторан или кафе, и звонки проходят все через приложение, могут быть осуществлены только на ваш номер телефона, который привязан к аккаунту. С другого номера телефона вы просто не можете позвонить, просто звонок не проходит. Поэтому обратите на это внимание. Если с вашими документами все в порядке, и вы прошли обучение, то следующий шаг вам дают набор для работы. В него входит сумка Glovo, такая желто-квадратная, все вы ее знаете. Пауэрбанк беленький, держатель для телефона. Вы скачиваете приложение на телефон, вам дают ваш номер, типа логин, придумываете свой пароль и заходите в него. Вся ваша работа идет через телефон. Принять заказ, увидеть адрес, отвести заказ, поставить окей. То есть вся ваша работа отмечается в приложении, в телефоне. Поэтому ошибиться там очень сложно. Также там сразу пишется, будет ли там наличная оплата или оплата по карте. Я сама работала в Glovo где-то полгода. Особенно когда начался карантин в марте, то Glovo меня прекрасно выручал. И начали все регистрироваться. Гловеров стало очень много. Поэтому какое-то время их просто не набирали. Итак, наступает день вашей работы. За несколько минут до начала ваших забронированных часов вам приходит уведомление. Вам нужно зачекиниться. Сделать чек-ин, то, что вы выходите на работу. Вы выходите на улицу с сумкой. Вот такая, так выглядит сумочка. Садитесь на велосипед. Вот он, велик, на котором я работала. Ждете заказ. Вы можете ждать его, в принципе, даже дома. Лучше выходить на улицу и курсировать по району. Говорят, что так лучше приходят заказы. Но это не факт. У вас забронировано там с 7 вечера. 7 вечера настало, и сразу же приходит заказ. Но не всегда. Иногда бывает такое, что полчаса вы просто катаетесь, катаетесь, ничего не приходит. А то бывает и час. Но это совсем плохие времена, когда нет заказов. Сколько можно зарабатывать в Glovo? Размер вашей оплаты складывается из количества заказов, из расстояния, на которое вы ездили. В приложении все рассчитывается автоматически. На все есть свои коэффициенты. За один заказ вы можете заработать там 3 евро, а можете заработать 6 евро. Вот конкретный пример одного заказа. Здесь показывается адрес ресторана, адрес клиента, маршрут, который вы проделали, и количество километров. Также написано, чем был оплачен заказ, и сумма, которую вы за него заработали. Когда везет, оставляют хорошие чаевые. Если вы делаете не спеша, много вы не заработаете. Будете быстро работать, то можно заработать деньги. Также приложение показывает, сколько вы заработали за каждые 2 недели. Вот пример реального заработка. Открываем любой период, и здесь все подробно расписано. Также можно посмотреть заработок за каждый день. Можно открыть любой день и проверить историю заказов со всеми деталями. Также вычитается налог 20% всей вашей прибыли. Это такой подоходный налог. Когда идет дождь, дается больше оплата. Где-то пошел дождь, а ну, приложение или служба поддержки об этом еще не знают. Сразу фоткаете местность, что идет дождь, и посылаете фотографию в саппорт. И они вам добавляют коэффициент за дождь. Это очень важно. Когда вы только начинаете работать, у вас низкий балл курьера. Например, в этом аккаунте балл, рейтинг успешности, очень высокий. Также здесь объясняется, из каких показателей складывается этот балл. Показываются оценки клиентов. В этом аккаунте все клиенты остались довольны. А также показывается общее количество выполненных заказов за все время работы. Даются только конкретные часы с 7 до 9 вечера, которые вы можете себе бронировать. Когда вы уже работаете больше, выполняете больше заказов и набираете свой балл, вам открываются новые часы. Часы в Glovo бронируются по четвергам и понедельникам. У каждого свое время. Обычно это в 5 вечера, в 6 вечера, но приложение всегда напоминает об этом, что скоро будут часы.
В данном аккаунте почти все часы доступны для бронирования, так как Glovr имеет высокий балл. Зеленым цветом отмечены забронированные часы. В Glovr есть три опции доставки. Велосипед, скутер и автомобиль. Пешком в Glovr осуществлять доставку нельзя. Glovr осуществляет доставку не только еды, также они передают какие-то вещи. Можно заказать медикаменты, продукты в супермаркете. Вам приходит заказ, вы его отвозите, делаете все в приложении, отмечаете. Так выглядит сумочка, вот так она открывается. Так она выглядит внутри. У нее такое покрытие, которое не позволяет терять температуру, и нагреваться или охлаждаться продуктом. Также она становится в два раза больше. Здесь есть замочек, сейчас не буду показывать, но ее можно расширить в два раза больше вот так. Это обычно нужно, когда у вас заказывают пиццы. Оплата производится раз в две недели. Вы получаете расчет. Приходит такая бумажка, фактура, где все расписано. Вам деньги могут прийти на ваш счет, что редко бывает у новичков. Прошло две недели, у вас наличными скопилось 200 евро. Приложение говорит, 100 евро ваш заработок, забирайте их. Так выглядит фактура. Первая сумма в столбике – это общий заработок за две недели. Строчкой ниже идет сумма налога – 20% от общего заработка. И деньги, которые вы получили на руки наличными. В данном примере я их получала наличными из кэша, который у меня был от клиентов. Поэтому на карту по этой фактуре уже ничего не придет. Внизу стоит ноль. Приложение может попросить вас оплатить заказ в ресторане самостоятельно. Необходимо сумку держать чистой. Во-первых, снаружи, потому что это эстетически выглядит приятно. А во-вторых, изнутри. Бывает такое, что пицца может протечь или что-то еще. Поэтому после каждого использования сумки, после каждой смены нужно мыть сумку. Плюс сейчас коронавирус. Нужно соблюдать гигиену. Вот так эта сумка одевается. Надевайте сумочку, вот она так на спине висит. Все, и в путь. Сумка очень удобная. Когда вы только устраиваетесь за вот этот рабочий кит, за рабочий набор, они взимают плату 65 евро. По крайней мере, так было раньше. Эти 65 евро, они вычитают потихонечку из вашего заработка, маленькими долями. Каждые две недели какую-то сумму вычитают в счет сумки и остальных принадлежностей. Если вы захотели закончить работу в Glovr, вы можете прийти в офис, сдать сумку и остальные штуки, и они удерживают, по-моему, 5 евро. Но я не знаю, я так не делала, у меня просто все осталось, я просто этим не занималась. Если получилось так, что вы забронировали часы для своей работы, а потом по какой-то причине вы не можете выйти, можете зайти в приложение, там есть раздел поддержка, support, и там пишите оператору. Это делается очень просто, за это у вас не понижается балл. Я об этом не знала, когда начинала работать и просила кого-то меня заменить и прочее. На самом деле это все просто, очень просто. Заходишь, просто отменяешь час. Весь процесс работы выглядит так. Вам приходит заказ на телефон с адресом. Вы едете по этому адресу, забираете в ресторане заказ, ну или не в ресторане, а где угодно, где это будет. Отмечаете в приложении, что вы это сделали. Нужно сфотографировать чек, который вам выдал ресторан, и загрузить его. Вы едете к клиенту, отдаете ему заказ, берете деньги, если того требует приложение, и нажимаете ОК, что вы заказ выполнили. И сразу же после этого вы опять открыты к новым заказам. Как только появится новый заказ, он сразу к вам придет. Бывает, он приходит сразу, бывает, если не очень активно идет работа, то может через полчаса, может за час вообще ничего не прийти, но это зависит от часов и от дней, недели. Вы можете ехать по навигатору. Если вы хорошо знаете город, вы можете держать телефон в руке. Если не очень хорошо знаете город, можете вот на велосипед сюда, как я делала, одеваете держатель для телефона, ставите и едете по нему. Но это не всегда удобно, потому что иногда идет дождь, иногда дует ветер. Также показана зона покрытия. Вы можете посмотреть, в каких районах работает Glovr. Это было видео-объяснение о том, как работать в Glovr прямо из Рима. Вот я возле Колизея иду. Ссылку я оставлю в описании, через которую вы можете зарегистрироваться, потому что эта ссылка даст вам право на бонус. Также мне даст право на бонус, если вы достигнете определенного количества заказов. Регистрируемся и желаю вам много заказов. Если вам было интересно смотреть это видео, если оно было вам полезно, подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайк. Вы мне очень поможете для раскрутки моего нового канала. И отвечу на все комментарии, которые вы оставите под этим видео.